сложно судить, зачем именно Турции та ситуация в Карабахе, которая сложилась. Но то, что Турция однозначно руководит военной активностью Азербайджана, вещь вполне понятна. Просто я совершенно не уверен, что это делается для чего-то вроде посредничества между Москвой и Киевом. То, что Анкара стоит за всеми военными действиями Баку в регионе, и не только за военными, это есть факт. Но Азербайджан позволяет себе то поведение, которое, как считает Баку, Азербайджан себе может позволить. Это же политика. И в данном случае в условиях разворачивающегося острого кризиса между Россией и коллективным Западом, поскольку военные действия на Украине – это на самом-то деле вовсе не война России и Украины. Это война западного мира против России. Азербайджан, у которого свои связи и с Турцией, и с Европой, и с Соединенными Штатами, обозначает свою позицию как страна, которая дистанцируется от России. Ну, тоже можно понять. С точки зрения азербайджанского МИДа в этом есть все резоны. У Российской Федерации серьезнейшая военная ситуация на, что называется, других фронтах. Было бы очень странным, если бы все, кто пытается ловить рыбу в мутной воде, ее не ловили. Ну да, пытаются ловить рыбу в мутной воде, но что теперь поделать? Не, я не знаю, на что они надеются, понятия не имею. Мыслительные процессы руководства Азербайджана лежат вне сферы моих возможностей.